Любовь к лыжам у Насти Седовой проявилась еще в юном возрасте. Мама – тренер-преподаватель высшей категории, папа – мастер спорта. И этот семейный тандем воспитал не один десяток чемпионов разного уровня. Поэтому другого вида спорта в жизни девушки быть и не могло. Она даже сначала встала на роллер, а потом уже встала на лыжи. Ну, точно так же, как и Петя, в принципе. Потому что бабушек у нас в городе нет, поэтому оставить их было не с кем. И они всегда, и что Петя, что Настя, они всегда с нами на сборах. Высокие требования к себе и целеустремленность – эти черты характера помогали Анастасии добиваться в лыжном спорте серьезных успехов. Девушка становилась победительницей первых зимних юношеских Олимпийских игр, неоднократной чемпионкой России среди юниоров. 2 года назад Настя стала чемпионкой России в скиатлоне. Но главным достижением ее жизни стало приглашение выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане. И в командном забеге Анастасия Седова стала бронзовым призером. Конечно, эстафету мы смотрели в прямом эфире, да? Мы ж... Очень переживали, поэтому я и убегала, и прибегала. Николай Евгеньевич сидел так, мне все время говорил, ну ты уже сядь. Я говорю, я уже не могу. Вот так, ну очень тяжело. Олимпиаду лучше смотреть по телевизору, чем находиться именно там, в Олимпийской деревне. Потому что это Олимпиада, это совсем другие психологические эмоции, психологический настрой, очень сильное давление на спортсменов со стороны. Вручение Насте олимпийской медали стало ярким событием не только для семьи Седовых, но и для всего нашего города. Для многих Анастасия стала настоящим примером. Своими достижениями она вдохновляет и пробуждает всех саровских спортсменов увереннее идти к вершинам. И все это благодаря родителям. За большой вклад в развитие лыжного спорта и за подготовку олимпийской чемпионки Елене Сергеевне Седовой вручили благодарственное письмо. По приезду в Россию всем участникам Олимпиады, завоевавшим золотую, серебряную и бронзовую медали, был приготовлен сюрприз. Каждому из них подарили автомобиль. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.